Идем. Выйдем на перерез волку. До войны здесь жили люди, слышался смех. Смех – лучшее лекарство. Рассмеши меня. Что общего у агента ЦРУ и собаки? Что? Могут сесть на хвост. Неплохо. По-английски смешнее. Ты сказал по-английски. Далеко не убирай. Слушаюсь! Хадир занял для нас возвышенность. Мой отец называл Хадира Шабал, мой львенок. А что с ним стало? Он умер, сражаясь. Держи нас в курсе. Алекс, сюда! Хадир ждет нас. Я сказала ему привезти все, что есть. Алекс, посмотри. Под 338 Лапуа. Броню берет на 600 метрах. Лично собрал. Возьми, пожалуйста. Шикарный ствол, брат. Защищай ее ценой своей жизни. Она сделает то же самое. Спасибо, Хадир. В самый раз для такой дистанции. Я буду наводчиком, Алекс. Смотри через прицел. Наведем тебя на цель. Ищи проблески рядом с шоссе. Видишь отблеск у шоссе? Есть. А теперь настрой приближение. Уже, командир. Какая формальность. Али, иди с остальными. Да, командир. Следи за ним. Увидишь рядом с дорогой моих людей. Да, я их вижу. Они поддержат нас, когда мы атакуем колонну Аль-Каталы. Роза, поставь цель у автобуса. Тикроми виталам. Лучший кандидат. Вертикальные метки, поправка на дальность. Каждая метка 200 метров дистанции. Сарджахис. В укрытие. Дистанция до цели 400 метров. Поднимай прицел на две метки вверх. Две метки, понял. Ветер будет относить пулю от цели. Ориентируйся по флагам. Отводи ствол против ветра. Готово. Стреляй. Мимо. Не бойся ты ее, Алекс. Есть. Она говорит с тобой, Алекс. Мой брат, твой главный поклонник. Попробуем другую цель, на другом расстоянии. Там дальше синий дом. Видишь его? Вижу синий дом. Там на холодильнике лежит фрукт. Дистанция 600 метров. Стреляй, когда будешь готов. Есть! Теперь он гроза всех фруктов. Спасибо, Хадир. Я Хайвен. Ребята, внимательней. Теперь ты, по идее, пристрелялся. Не забывай использовать окружение. По флагам виден ветер, по ориентирам дистанция. Понял. Отлично. Теперь наблюдай за шоссе. Они скоро будут. Пока только ветер. Я что-то вижу у работающего насоса. Просто дворняги. Наблюдай за дорогой дальше. Волк скоро будет здесь. Одна машина подходит с востока. Поняла. В бой не вступать. Мы засекли машину. Справа. Возможно, волк или его люди. Кажется, мы наконец-то не одни. Но не похоже, что это волк. Это разведчики волка. Не стреляй. Жди, когда точно попадешь. Али, ты их видишь?
Они лезут на крышу! Внимание на крышу, Алекс. Двое, на крыше. Да, я их вижу. 400 метров. Стреляй, когда будешь готов. Отлично, еще раз. Метка. Минус 2 разведчика Волка. Али, можешь идти. Хадир изобретателен. Он поручил им готовить ловушку на людей Волка. Алекс, прикрой минирующих машину. Убийство Волка не гарантирует, что мы получим украденный газ. Верно. А что будет, если ты его не найдешь? Я должен. Отлично. Теперь укройся и жди сигнала. Чтобы пройти, людям Волка придется передвинуть машину. Жди, пока подойдут поближе, потом подрывай. Командир, вижу колонну на востоке. Ясно. Ну все, сражайтесь как следует, братья. Алекс, тут солдаты Волка. Правая сторона шоссе. 3 машины Алькаталы. Понятно. Не стреляй пока. Подпустим ближе. Атаковать? Нет. Подпустим их ближе. Ближе. Они видят. Они идут к машине. Хадир. Я слежу. Алекс, готовься. Взрывай машину, Алекс. В атаку! Огонь! Они справа находятся. Отлично! Молодец, Алекс. Враг укрывается в здании. Алекс, слева. Есть. Ага, в автобусе. Молодец. Проверьте окна. Волк прислал подкрепление. Отлично!
сил! Минометы! Алекс, снимай их! Следи за дульными вспышками! Вижу. Они мертвы. Алекс, там еще один минометный расчет Алькаталы! Снимай их! Нет, там еще один миномет. Не вижу цели. Что ты видишь? 600 метров. Вижу. Минометчиков снял. Машина с бомбой! Слева, слева! Останови машину! Давай еще раз! Бей по машине! Бей по машине! Срочно! Близко! Хорошо стреляешь, Алекс! Наверное, волк на подходе. Иначе они бы не засылали войска. Начинай ставить СВУ, брат. Алекс, мы с Хадиром укрепим периметр. Иди в восточный бункер, пополни запас, чтобы встретить волка. Еще взрывчатка, Хадир? Все как и раньше. Враги приближаются, мы их подрываем. Наверное, волк на подходе. Иначе они бы не засылали войска. Начинай ставить СВУ, брат. Алекс, мы с Хадиром укрепим периметр. Иди в восточный бункер, пополни запасы, чтобы встретить волка. Алекс, тут нужна винтовка. Мы будем атаковать колонну волка с большой дистанции. Еще взрывчатка, Хадир? Все как и раньше. Враги приближаются, мы их подрываем. Держись подальше. Алекс, капитан Прайс вызывает тебя по рации. Говорит, это срочно. Пожалуйста. Главный, я Эхо-3-1. Алекс, волк бежал из города. Он направляется Снайпер! К вам, а за ним русский. Главный, есть Бежать! Контакт с противником. Не дайте ему вас увидеть. Понял. Мы идем. Давайте с укрытием. Стреляли со стороны шоссе. Вали его.
снимает по одному. Найди место снайпера. Бежал из города. Он направляется снайпер! К вам, а за ним русский. Главный, есть Лежать! Контакт с противником. Не дайте ему вас увидеть. Понял. Мы идем. Вот он. Стреляли со стороны Ветер шоссе. Поднялся. Ветер усилился. Вноси поправки в прицел. На 4 метра далее. Ищу цель заново. Он меняет позицию. Есть. Молодец, Алекс. Алькатала собирается на той стороне шоссе. Вдруг это он? Дистанция 600 метров, Алекс. Давай! Тут будет армия Баркова. Сестра, там дым! Белый дым слева! Алекс, надо остановить их! Так, держать, Алекс! Отлично!
Некогда ждать! У меня в машине есть еще оружие! Контакт! Движется! В моей машине, Алекс! Восток! А вот и они! Сестра! Отойди! Как ты мог так поступить? У нас не было выхода. Поздно играть по правилам. Нет, так нельзя. Сестра! Сестра! Алекс! Послушай меня. Я украл газ у русских. Чтобы помочь нам. Только помочь! Скажи, Фарри. Скажи ей, Алекс. Моя дочь! Давайте! Доставайте ее! Все хорошо! Все хорошо! Давай! Давай ее сюда! Держу! Дайте ее мне! Папа! Моя милая Фара! Слава Богу, ты здесь! Мама!
Нет! Нет! Стойте! Где мой сын? Фара, Фара! Где Хадир? Мы его дома оставили! Пойдем, Хадир, и покинем город. Вали! Вали! Они ищут бойцов сопротивления! Надо уходить срочно! Не могу! Мой сын еще дома! Я помогу тебе, брат! Сюда! Папа, мне страшно! Не бойся, милая. Мы вместе. Первым проверю, все ли в порядке. Ты будь за мной. Да, папа, хорошо. Умница, дочка. Делай, что скажу, и все будет хорошо.